Самое главное, что здесь все вкусно. Плюс скидка, плюс бонусы, суп и сок. В пасть акулы, друзья, пойдемте. Просто стены уносят вас в какую-то даль интересной загадочной сказки. Вот такие вот зубки. Мы даем сертификат на 10% скидку от суммы общего чека. Друзья, кому интересны экскурсии из Шарм-эль-Шейха, обращайтесь. Номер телефона вы сейчас видите у себя на экране. Пишите Андрею в Вайбер. На все вопросы ответим. Дорогие друзья, всем привет. С вами канал Квест Вояж, Наталья, Андрей. Сегодня мы находимся в одном из интереснейших мест в ресторане под названием Шарм-эль-Шейх, друзья. Вот такая вот рыбья пасть, акулья пасть вас будет встречать, если вы захотите отведать вкуснейших морепродуктов, либо других экзотических блюд, которых он может приготовить из свежих, самое главное, продуктов. Ну а сегодня мы с Андреем все протестируем, покажем вам, насладимся красивым интерьером этого места и посмотрим, стоит ли сюда приходить или нет. Когда уже входишь в этот ресторан, уже ощущение просто завораживающий. Вы входите в пасть акулы, друзья. Пойдемте. Вот такие вот зубки. Как вам ощущение? Напишите в комментариях, кто уже посещал это место, понравилось вам или нет. Напишите, что у вас вышло по чеку. Но мы сейчас тоже что-нибудь для себя закажем. Посмотрим и попробуем. Посмотрите, как красиво оформлен вход. Когда вы только попадаете в это заведение, видно, что здесь все было сделано со вкусом, добротно, красиво и с изюминкой. Это самое главное. Когда в ресторане вас встречает красная дорожка, это уже о чем-то говорит. При входе красивый, помпезный интерьер в сочетании с шикарными люстрами. Посмотрите, хочется на каждом шагу остановиться и начать фотографироваться. И мы еще даже не добрались до меню. Давайте немножечко рассмотрим интерьер, который сделан с душой. Это здесь видно и чувствуется. Посмотрите, как красиво сделана стена в морском стиле. Аквариума присутствует, и в то же время, когда вы поворачиваете голову и видите вот эти шикарные оформленные потолки с люстрами, ощущения уже появляются другие. Сюда хочется нарядиться, прийти в красивой одежде. Мы заехали сюда вечером, немножечко визит такой неожиданный, поэтому немного неподготовленная по дресс-коду, но все равно разведаем это место, все здесь попробуем и расскажем вам. Посмотрите, как красиво оформлены столы. Сервировка и также вот эта символика на столах, Шарм-эль-Шейх. Классно, очень атмосферно, могу вам сказать. Также в ресторане есть барная стойка, где вы можете заказать для себя напитки. Столиков достаточно, сейчас уже просто позднее время, признаюсь, 23:00, поэтому людей здесь никого нет. Но если вы будете приходить в более подходящее для вас время, думаю, здесь будет еще более оживленно, весело и энергично. Посмотрите, вот еще одна стена, которая оформлена очень красиво, целое панно с кораблем. Посмотрите, просто стены уносят вас в какую-то даль интересной загадочной сказки. Пройти и посмотреть на свежую рыбу, которая также здесь представлена. Рядышком находится отдел, в котором вы также можете для себя взять, друзья, готовые, приготовленные блюда. Сейчас мы посмотрим, что там предлагается, и сориентирую вас также по ценам. Пойдемте. Смотрите, во льду представлен достаточно большой ассортимент, уже просто вечер, поэтому частично немножко все поубирали. Здесь вы можете для себя выбрать креветки, разнообразная рыба. Креветки есть разного размера, от крупных до более мелких. Также есть кальмары, ракушки, красная рыба. Большой достаточно ассортимент. Также, если вы захотите выбрать для себя готовые блюда, вот так вот подходите к стоечке, большой перечень, все
с картинками, будет очень удобно выбирать. Стоимость также представлена, указана в местной валюте. Блюдо, допустим, готовый микс с морепродуктами стоит 35, далее 50, 45, рыба с картофелем. Достаточно большой выбор. Также, если вы любите пасту с морскими, допустим, с креветками, да, будет стоить вам 40 фунтов. Приходите, определяйтесь, кушайте вкусно, кушайте разнообразно. Очень вежливый персонал. Самое главное, что цены здесь фиксированные. Поэтому здорово. Давайте еще разок покажу вам со стороны акулью пасть. Конечно же, это фишка, задумка. Красивый интерьер, когда ты попадаешь в такое заведение, уже у тебя, знаете, немножечко мурашки бегут по коже. И эта акулья пасть действительно крутая задумка. Название соответствует, и также у нее горят глаза. Я не знаю, видно вам или нет, давайте я сейчас с этой стороны обойду, покажу. Светятся глаза фонариком. Вот просто фишка нереальная, честно скажу. Еще немножко понравилось, что сейчас никого нет. И вот эту атмосферу мы поймали, уединение в кафе. Поэтому приходите, вот так вот, как мы, 11 вечера, кайфуйте, заходите в акулью пасть и ужинайте вкусно. Это суп, посмотрите, как интересно он подается. Креветки с панцирем. Основное блюдо, которое мы для себя заказывали. Посмотрите, пожалуйста, сколько много креветок, морепродуктов, рыбы, кальмары. Очень приятный молочный аромат. Также дополнительные блюда. Это салаты. Посмотрите, как красиво все оформлено. Очень приятное застолье, вот настолько ароматный суп. Ребята, очень крупные, суп. Посмотрите, кальмары, креветки. Очень много морепродуктов в супе, действительно. Посмотрите, какое количество креветок, какое количество кальмаров, рыба также присутствует. Суп очень вкусный, нежный, пикантный и в то же время очень-очень сытный. Обалденный вечерний визит в ресторан Шарк-эль-Шейх. Очень понравился, мы настолько получили удовольствие, намного, мне кажется, круче, чем Фарас тоже. Действительно, даже если, знаете, вот сравнивать, здесь цены получаются дешевле, плюс, друзья, большая скидочка для вас будет, если вы обратитесь к нам. Мы даем сертификат на 10% скидку от суммы общего чека тем, кто будет посещать этот ресторан. Поэтому, друзья, обращайтесь, пишите мне или Андрею Вайбер. Мы даем вам сертификат на скидку 10%. Здорово, да, для посещения. Вы можете также этот сертификат раздавать своим друзьям, знакомым. Это не проблема, да, то есть такой бонус от нас с Андреем для наших подписчиков нашего канала, для наших участников форума туристов. Мы его добились в этом ресторане, попросили, чтобы все форумчане получали скидку 10% в этом ресторане. Нам пошли навстречу, да, и вот действительно 10% это очень приятный бонус, и на фоне того, что цены реально как бы ниже Махони, Фареса, то почему бы и не прийти, реально здесь атмосфернее, вот честно могу сказать. А также бонус у нас здесь будет, что нам пообещали, суп. Кстати, да, welcome drink, во-первых, лимонный сок у вас будет, и суп, вот, который я показывала в начале, с панцирем креветок, да, он реально вкусный такой, со специями, остренький, горячий, то есть вы реально можете не заказывать себе суп, а вот покушать. Это реально тоже для вас будет бонус? Бонус, да, приятный бонус, и, конечно же, честно сказать, вот я не могу оторваться от атмосферы, реально. От интерьера вот этого заведения, это вам не просто, знаете, какая-то забегаловка, кафешка, это реально... То место, в которое хочется вернуться, здесь очень красиво все оформлено. И что самое главное, все сделано с душой. Когда попадаешь в этот интерьер, просто не хочется никуда уходить. Глаза разбегаются уже, когда видишь просто эти стены. И, конечно же, приятные цены на меню вас порадуют, вас удивят. А самое главное, друзья, не только то, что я перечислила. Самое главное, что здесь все вкусно, вкусно. Ты согласен? Очень вкусно. Я рекомендую однозначно ресторан. Да, вот, да. Поэтому... Фотографию ты приложишь под видео, да? Да, будет также стоимость с ценами
ссылочка на фотографии. Наташенька вам сделает сертификат, и придете, предъявите здесь его, и получите 10% скидку. Уже какой-то бонус приятный, но есть. На стене написаны небольшие слоганы, которых придерживается этот ресторан, да? Хорошее обслуживание, 100% с этим согласна, профессионализм, однозначно. Русскоязычный персонал вас поймет, все подскажет, по меню также сориентирует. Высококачественная продукция, это могу сказать однозначно, потому что все свежее, ароматное, просто превосходное качество приготовления этих свежих и ароматных продуктов. Приемлемые цены, друзья, это то, чем может похвастаться однозначно этот ресторан. Конечно же, необычный дизайн – это то, что просто изюминкой взорвет вашу голову, и сюда будет хотеться вернуться и порекомендовать этот ресторан другим. Что еще классно, конечно же, хорошее обслуживание. Просто приходите, возвращайтесь, наслаждайтесь и рекомендуйте этот ресторан своим друзьям, близким и знакомым. Ресторан «Шарк эль Шейх» расположен недалеко от отеля «Альбатрос Аквапарк». Поэтому все, кто находится рядышком, приходите, а те, кто находится не рядышком, берите такси и приезжайте. Также те, кто рядышком находится возле отелей «Джаз Фанара», «Риф Оазис Бич», «Риф Оазис Сентидо», «Клуб Эль Фарана Риф» и все отели, которые находятся в Хадаме, здесь все это в пешей доступности вы можете посетить. А ресторан, конечно, ну реально крутой. Ошеломиссимо просто. Да. Вы когда заходите уже в эту акулью пасть, можно уже без комментариев продолжать. Интерьер классный, поэтому не ведитесь на фары, что там не куча людей. Здесь, смотрите, никого нет, пустой ресторанчик, он только недавно открылся, цены приемлемые, очень вкусно, повар с Фараса бывший, поэтому рекомендуем однозначно, плюс скидка, плюс бонусы, суп и сок, поэтому всем рекомендуем ресторан «Шарк эль Шейх». От квест «Вояж» приятный бонус 10%, поэтому подписывайтесь, кто еще не подписан, с колокольчиков. С колокольчиком впереди будет много интересных выпусков. На этой доброй ноте прощаемся с вами. Сертификаты вас ждут. Пишите на Вайбер. Всех целуем. Пока-пока.